Бабушка, с тобой все нормально. Почему ты так идешь? Ты пьяная, что ли? Я тебе говорил, не пей этот самогон. Ну что ж происходит-то? Ну зачем ты выпила-то его? Лидия Петровна. Лидия Петровна у нас опоролась немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою бать. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play. Сегодня у нас с тобой на обзоре Android-игрушка под названием «Симулятор вождения в русской деревне». Прикинь, даже тут у нас, короче, есть русская деревня. Мне эта игрушка изначально стала интересна, потому что, блин, здесь же есть русская деревня. Давайте по настройкам вместе с вами пробежимся. Владельцы каких-нибудь херовых телефонов тоже смогут в нее поиграть, потому что, в принципе, здесь есть низкое качество. Если что, пусть будет 60 FPS, пусть будет отражение, очень плохое качество. Убирает лаги, я не знаю, что это такое. Ну, выберем, короче, пока что все вот так вот, посмотрим, как оно будет у нас все это работать. Так, подожди, руль, кнопки, я выберу кнопки и другие настройки, это у нас что? Физика забора, показ дрифт счетчика, короче, ладно, пока что все будет так вот, давайте нажмем играть. Давайте попробуем изначально выбрать, наверное, одиночную гонку и погоняем с тобой на ВАЗ-2102. Можно на Волге поездить, но почему бы, собственно говоря, не поездить и на ВАЗе-2102? Ребят, я не знаю, слышите вы это или нет, но тут такая музыка прикольная на самом деле в этой игрушке. Балалайчник, слушай, дай 5, дружище, ну у тебя реально прикольный музончик получается. Ладно, короче, потанцевали, да, вот так вот у нас выглядит локация. Прежде чем ехать, давайте попробуем просто походить, посмотреть, что здесь творится. Это, знаешь, это, мне кажется, как симулятор русской деревни, только на максималках, наверное. Здесь реально как будто графончик есть какой-то там, анимация персонажей и довольно-таки тоже прикольно сделано. Местные, короче, местная выгребная яма, если что, вот здравствуйте. А можно здесь зайти в дома? Дома, по-моему, нельзя заходить. А как бы то ни было, я реально подсмотрел, честно признаюсь, подсмотрел эту игрушку. Мне она стала интересной. Прикольная игра. Местный балалайчник по типу в симуляторе русской деревни. Есть там свой балалайчник, есть здесь свой. Пожалуйста, цените мою игру. Хорошо, подождишь пока. Бабушка, с тобой все нормально. Почему ты так идешь? Ты пьяная, что ли? Я тебе говорил, не пей этот самогон. Ну что ж происходит-то? Ну зачем ты выпила-то его, Лидия Петровна? Лидия Петровна у нас опоролась немножко. Так, а я могу сюда куда-нибудь зайти? Давайте просто, это у нас будет такой местный первый обзор. Мы с тобой просто походим, посмотрим, что здесь можно сделать. Если что, в домики можно заходить. Ну, прикол в том, что в домиках-то мебели-то нету. В домиках нету мебели. Ну, господи. Ну, это, наверное, какой-то новый дом. Вот видно, что новострой, да, вот недавно построили, срубили. Строители-то уехали, а дом оставили стоять. Пока что его еще никто не купил. Есть парник, если что, с рассадой, пожалуйста. Если ты хочешь там что-то посадить, милости просим. Девушка, я тут новенький, если что, я вот приехал, это моя машинка, если хочешь покататься, ты знаешь, где меня найти, я здесь обычно всегда стою, вот такие вот дела. Погнали, короче. Так, ну давай, ВАЗ-2102, удиви меня, чем сможешь удивить. Бодренькая машинка, хотя хрен вас знает, здесь такое управление. Куда едешь-то, ты не видишь, здесь уважаемый человек едет. А тут есть местные коровы, серьезно. Блин, это очень игра похожа на симулятор русской деревни на самом деле. Здорово тебе, буреточка, здорово, дай тебя полюбую. Тебя можно подоить? Да я тебя тоже люблю. Тебя можно как-то подоить, нет? Просто учитывая одну игру, ведь вас можно было доить, а здесь, наверное, нельзя. Я не знаю, вот там вот есть карты, я поэтому, в принципе, играю без вебки, если будут вопросы. Смотри, бабушка толкает машину. Можете тебе помочь? Я могу, в принципе, на буксир. Надо помочь, нет? Ой, у вас тут авария. Если что, я не при делах, ребят. Разбирайтесь сами. Эти проблемы с местными гаишниками, как бы, мне не особо интересны. Фермерские продукты. Здорово, мужик. Фермерские продукты, что-то можно, наверное, купить, нет? Можно что-нибудь купить? Лопата мне нужна. Лопата, говорю, есть? Я говорю, лопата есть. Она глухая, она не слышит. Ну, старый человек в возрасте, ну, можно понять. Ладно, хорошо. Сюда зайти не могу. Сюда зайти не могу. Это у нас что такое? Работа таксиста? Ну, давайте попробуем. Сейчас эта игрушка стала очень напоминать симулятор вождения ВАЗ-2107. Довезите клиентов до места назначения, получите 20 тысяч. Ну, давай. Где клиент? Мне на карте где-то будет. Вон, подожди, вон стрелочка. Блин, туда поехал. 156-152 метра. Короче, клиент нас опять ждет где-то в полях. Здесь машинка, здесь такая физика, реально, знаешь, такое ощущение, что машина, короче, пьяная. То есть я поворачиваю вправо, ее начинает просто трясти. Садись давай, садись, бедолага, довезу тебя. Какого хера ты здесь в полях делаешь? Вот что они реально здесь делают в полях? Все, ты села. Куда тебя везти надо? Может, пока я тебя вожу, мы с тобой как-нибудь познакомимся? Меня зовут Женька, если что, я тут как бы этот.
в русской деревне, если что тут. Знаешь, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою бать, миссия провалена. Ребят, я не знал, что там есть река. Я не знал, что там есть река. Ну да ладно, хорошо, давай погоняем еще. Может, как-то карту, может, увеличиваем. Я, каюсь, не посмотрел, кто разраб этой игры. Мне кажется, что разработчик этой игры тот же самый человек, который делал симулятор ВАЗ-2107. Опять же, могу уже ошибаться, если ошибаюсь, извините. Ну, очень похожая игрушка на это самое дело. Какой-то новый сруб. Я просто... Хочется посмотреть, здесь можно какой-то дом-то вообще купить. Я вижу... Господи, я провалился в дом, что ли? Ты давай не застревай. Я просто смотрю на свою карту, я вижу, что тут есть какой-то значок дома. Типа я его могу купить, да? А ты можешь как-то бегать? Как ускориться? Я не могу никак ускоряться, это мой самый быстрый бег. А, местный жопик, здравствуйте. Блять, он, по-моему, врезался в меня. Купить дом. Сколько стоит дом? А, сколько стоит дом? 230 тысяч долларов. 500 тысяч долларов. До свидания. До свидания. У меня нет таких денег. Игра, ты сошла с ума. Какие 250 тысяч долларов, блин, за обычный сельский дом, который у тебя есть в деревне? 250 тысяч долларов. Я за эти деньги смогу купить пентхаус весь. Я за эти деньги, да, я могу купить весь пентхаус. Какого хера тут такие цены, мне интересно. Ну, типа, да. Это чтобы у нас была какая-то... Тихо-тихо-тихо, осторожней. А тут есть физика ударов? Нет, физика ударов нет. Чтобы была какая-то цель в этой игре, добавили, типа, покупку дома, да? Типа, я могу выполнять эти квесты. Давайте попробуем все-таки ее довести, я не знаю. Тут можно купить вон машину еще, да? Типа, подожди, ну давай, поехали. Машину можно купить. Типа, есть Волга, да? Есть вон там что-то, вижу, типа, семерки какой-то. А, ну, давайте заберем эту бедную женщину и довезем ее куда надо. Только тут надо аккуратнее, тут есть речка. А мне интересно, а здесь есть, короче, рыбалка? Потому что в симуляторе русской деревни я спрашивал, да, как бы еще пока что обновление не вышло. Ну, хотят там делать рыбалку, как бы допилить это все дело. Тихо-тихо-тихо, гонщики. А в этой игрушке есть рыбалка? Нет. Кто играл в эту игру, пишите в комментариях, нравится она вам или нет. Тихо, я же нажимаю на тормоз, ну алло. Так, что, давай задний ход. Давай задний ход, в задний проход куда-нибудь заедем. Так, подождите. А, что у нас есть еще на карте? Погнали пока что в деревню. На самом деле... То, что я вижу сейчас, здесь очень много пространства для маневра. То есть здесь много чего можно допилить. Как деревня-то называется? Смоленка? А давай наших сделаем. Вот подожди. Здесь, бляха-муха, здесь нет опознавательного знака. Ребят, секундочку, секундочку. Я типа приехал в деревню Смоленовку. Вот, я приехал в деревню Смоленовку. Я тут новый житель, и я хочу себя сфоткать, заселфить. Можно как-то вот так вот сделать? Подожди, вот как-то вот так вот я сделал. Вот, отлично, вообще хороший кадр. Попробую потом чуть там натыкать, короче, нахимичить. Получится у нас такая превьюшка. По-моему, таки довольно-таки прикольная, вот. А местная кушка, местный колодец и бедная корова, которую никто не доит. Почему ее не доят, я не знаю. Так, подожди, с ручничком, аккуратненько, с ручничком. Давайте заедем на местный авторынок, посмотрим цены. Ну, мне кажется, что здесь машины, наверное, должны продаваться как подешевле, чем сам дом. Не 450, а не 250 тысяч долларов, наверное, да? Так, выйди из машины. Пойдем-ка посмотрим. Это у нас семерочка, да? Сколько ты стоишь? Нужен дом. Да я понял, что нужен дом. Зачем нужен дом? У меня машина, я буду в машине жить, если что. Сколько ты стоишь? Короче, везде нужен дом. А здесь ничего не нужен, да? ВАЗ-2107, та машина, где дом не нужен. Поэтому имей в виду. Если у тебя не хватает денег на свою жилплощадь, покупай ВАЗ-2102, и тебе не нужен будет дом. Именно так примерно говорит нам игра. Ну хорошо, что еще тут есть? Авторынок мы с тобой посмотрели. Это что у нас за значок машины? Типа то, что мы можем купить машину. А, подожди, таксист. Блин, ну по квестам пока что немножко скудноватенько немножко. Квест там скудноватенько. Ну тут много чего надо будет допиливать, потому что игрушка, опять же, напоминаю, новенькая. Ой, тихо-тихо-тихо. Блин, тут вылезла реклама, короче, я тут врезался, если что. Давайте, ребят, сделаем так. Вы пишите в комментариях, понравилась вам эта игрушка или нет. Будем ли мы в дальнейшем за ней следить? Давайте за ней реально последим. Если здесь будут добавлены какие-нибудь веселые квесты, как бы это у нас может такая некая рода прохождение, короче, возникнуть в этой игрушке. Ну этот балалайщик, он вообще зачет. Поставьте лайк вот этому балалайщику, потому что он старается. Он играет такие прикольные песни именно для вас. И давайте под эту вот такую вот прикольную мелодию будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео, проверяйте колокольчик и увидимся в следующих сериях. Всем пока!